тебя отпущу, я тебя отпустила. На прошлой неделе мы танцевали в стиле контемпорари. Мы были все разные, каждый переживал свою историю. Держала еле слезы в конце, чтобы не заплакать. За этими смыслами вы забыли немножечко заниматься танцем. А все-таки у нас про танец история. Вроде готовили номер. Мы получили очень мало баллов. Для нас было это, конечно, шоком. На этой неделе мы готовим хип-хоп. Предыдущие команды видели же, да, Маюри, как танцевали хип-хоп, Калинка, да? Естественно, будут сравнивать. Я раньше, когда смотрела на хип-хоп, я думала, вау, как классно, как легко, как здорово. Мы одно движение минимум где-то 30 раз, наверное, повторяли. И это было ад, я скажу. Болит вообще все. Мышцы, которые вообще никогда, мы даже не знали, что это за мышцы, откуда они взялись, почему они болят. Настрой у коллектива театра «Байкал» действительно боевой. Уже половину сезона мы хотим дойти до финала и занять первое место.